Лейлату Рагаиб, или Ночь желаний, выпадает на ночь между первым четвергом и пятницей месяца Раджаб. Согласно посланнику Аллаха, в первую ночь после смерти верующего в его могилу придет кто-то, от света кого озарится его могила. Он спросит: «Кто ты?» «Клянусь Аллахом, я не видел ничего красивее тебя и не вдыхал аромата слаще». Тот ответит: «Я – молитва, которую ты выполнял в ночь на первую пятницу месяца Раджаб. Я пришел к тебе, чтобы быть твоим спутником в одиночестве и удалить от тебя твой страх и ужас. Моя тень будет над тобой до тех пор, пока не наступит судный день». В первый четверг месяца Раджаб рекомендуется поститься, а между намазами Магриб и Иша прочитать 12 ракятов, то есть 6 намазов по 2 ракятам в каждом. В каждом ракяте надо после суры Фатиха прочитать 3 раза суру Гадр и 12 раз суру Ихляс. После завершения всех ракятов надо прочитать следующие дуа, указанные в видео.